Добрый день, друзья. Сегодня 19 мая 2020 года, и я сейчас направляюсь в профессорский уголок. Хочу посмотреть, как открылась набережная и как это все там обстоит. Может, зайду и на море. Сейчас подойдет троллейбус двоечка. Я сажусь на этот троллейбус и еду в профессорский уголок. Вот, друзья, подошел троллейбус двоечка. Сейчас мы сядем и поедем. У меня ее адрес. Вот, друзья, приехали на троллейбусе номер 2, профессорский уголок. Люди, по-видимому, тут такой пляжной одежды собрались на море. И я тоже иду на море и буду снимать все по пути. Идем дальше, друзья. Друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Приехал я в профессорский уголок. Хочу напомнить, что сегодня 19 мая 2020 года. И чем знаменательный этот день? Кстати, кто помнит этот день, 19 мая, это день пионерии. Всех поздравляю, всех причастных к этому дню. Сейчас идем дальше и ближе к морю. Да, друзья, хочу сказать еще, если вы помните, я снимал видео в этом году зимой, как шторм забрал береговую линию пляжей. Ну вот сейчас смотрите, сейчас вот как бы за весенние месяцы тоже были шторма, и как уже подкидало песочка и гальки, то есть пляжи стали намного шире. Друзья, и открылась суши-бистро. Сейчас посмотрим, как работают. Работают только на вынос. Это правильно. И соблюдаем дистанцию. Дезинфекция и продукция. Идем дальше. Друзья, ну вот сейчас уже разрешили строительные работы, и вот это новый строящийся комплекс пансионата
профессорского уголка. То есть все готовятся к сезону. Идемте дальше, друзья. Сейчас увидим еще много-много интересного. Вот, друзья, уже на пляже люди, с детки. Сейчас я попытаюсь как-нибудь зайти на пляж. Друзья, по-моему, я нашел одно место, где можно пройти на море. Сейчас мы подойдем к самому ласковому нашему Черному морю. Как я уже сказал, вот я вот смотрю, ну просто накидало песка за весенние шторма. То есть пляж был, ну, наверное, сейчас я вам покажу, наверное, где-то вот здесь был пляж. Вот где галечка вот эта заканчивается, вот такие были пляжи. Ну, сейчас шторма принесли. Вы посмотрите, стал какой пляж широкий в Алуште. Но самое главное — это море. Это наше Черное море. Прям хочется прям ножками походить по морюшку. Сейчас я, наверное, сниму все-таки кроссовки и, наверное, зайду в море. Прям хочется. Я, друзья, я вот сейчас в Черном море. Открываю сезон. Вода просто обалденная. Ну, градусов, наверное, 14-15, но наиболее закаленные, наверное, могут уже зайти в эту воду. Водичка наша. Класс. Класс, друзья. Друзья, просто побродить по морю — это уже удовольствие. А, красота. Вода, я вам доложу, просто прозрачная. Просто прозрачная. Да, друзья, это наше Черное море. Прямо выходить не хочется. Друзья, вот я принял водные процедуры, будем так говорить, что открыл сезон. Босыми ножками походил по пляжу, по песочку. Ощущение просто великолепное от моря. Это ощущение не передается.
Дайте я хоть поснимаю его. Да вон он. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте мы улов посмотрим. Вот меленький пескарик идет. Вот такой улов. Ой, не уходи, уходи, уходи. Иди, плавай. А сейчас слабенько. Еще вода холодная, наверное, да? О, как хорошо он идет. Да это еще херня. Когда вот полная ставка. Это так. На жареху? На жареху. Жарку баба делает. Ясно. Я называю это наши алушинские всепогодные рыбаки. Да. Не, ну хоть разрешили доступ к берегу, да вообще тут сказка. Ну вон он вылез. Да, это пограничники что. А вот они как раз и... Это, друзья, уже первые ласточки на пляже загорают. Солнце яркое, можно и позагорать. Но ветрено, ветер прохладный. А море какое, великолепное просто море. Обалденная красота. Друзья, сейчас мы посмотрим пляж. Сейчас как бы накидало песка, гальки, и пляж стал намного шире. То есть сама природа уже готова, чтобы был большой наплыв отдыхающих в Алуште. И наше море. А вот это навес, раньше было его вообще не достать, а сейчас вот стою на Косогоре, это вот так намыто галька и песок, то есть свободно мы подходим под этот навес. Ну да, вот по этой стене лупил шторм. Люди уже загорают у нас. Идем дальше, друзья. Друзья, вот такую я прогулочку совершил по Профессорскому уголку. Открыл сезон. Уже ходил по морю босыми ногами. Так что я считаю, что я сезон открыл. И вам того же желаю. Наконец-то открыли у нас набережные, точную набережную, центральную набережную, но отдельные пляжи еще закрыты, но ну, я прошел, будем так говорить. Но отдыхающие есть, но очень мало. Люди уже загорают и купаются. Откуда они приехали, с какого региона, я не спрашивал. Ну то есть я вам показал, что люди есть. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Ставим лайки,
подписывайся на мой канал. И самое главное, комментарии. Я обязательно на все комментарии отвечу. Всем удачи и добра!